Я понимаю, неуютно здесь без них двоих, но думаю, Брок был бы рад, что вы вернулись. Уходим. Как же ты так застряла-то? А как я слышу голоса? Там кто-то есть. Ты друг Атрея. А, Оу, привет. О, ты же отец Локи, да? Я тебя видел во время Рагнарёка. Я Скьёльд. Ты занимался беженцами из Мидгарда. Что это ты делаешь? О, Локи рассказал мне, как Один пригласил его в Асгард и дал монету асов, которую ты выкинул. Ну, я подумал, пойду схожу сюда, вдруг найду, и нашел, представляешь? Но она, похоже, застряла. А ты с ума сойти какой сильный! Прости, она тебе нужна? Нет, она твоя. Точно? Она, наверное, дорогая. Конечно, я не поэтому ее искал, но... Если бы я собрался продать уникальный артефакт из Асгарда, которого касалось по крайней мере три бога, я бы ожидал получить много. Купил бы корабль, отправился в путь и разбогател. Монета твоя. Удачи тебе. Спасибо. Взаимно! Если встретится труд... Ай, неважно. Уверен, что не нужно помочь. Ему нужно знать, что он добыл ее сам. Пусть добывает. Требуются только материалы. Работает!
Кратос, ты в порядке? Твое дело сделано. Я скучал по нашим дракам с троллями. А ты? Не забудь подобрать всякое добро. Лунда пустит его на броню. Найду их применение. Не терпится погулять по Альфхейму, не воюя с эльфами. А? С чего ты взяла, что это возможно? Они же объединились, разве нет? С чего бы им теперь на нас нападать? Жаль тебя огорчать, но на равнине еще полно эльфов, у которых руки так и чешутся. Но с чего? Фрейр их объединил. Теперь они вместе против Рагнарёка. Для тех, кто всю жизнь воевал, не просто начать жить в мире. Thank you.
Безупречно, как всегда. Итак, Ванхейм. Похоже, Сив убедила старого кабана укрыть беженцев асов. Идея была его. Да? Чтобы помирить асов и ванов. Гениально! Негодяй, должно быть, пытается обойти меня в дипломатии. Он хотя бы не уговаривает ее выйти замуж, как сделали бы иные дипломаты. Пощечина, но заслуженная. Обращайся. Thank you.
Броня Рагнарёк за мой счет. Это называется памятный экземпляр. Удобно. Бою, она будет смотреться лучше. У-ху! Шикарно!
удобно. В бою она будет смотреться лучше. Шикарно! Подходит. Иди, покрасуйся. Подходит. У-ху! Шикарно! Сейчас будет магия.
Инхери, слева! Сзади! Осторожней, брат! Это биврёк! Эй, щитом! Живо! Осторожно, сзади! Сзади!
Рада, что мы можем помочь Айнхериям. Пусть даже они будут нас ненавидеть. Теперь им не нужно все по смерти служить жестокому богу. Верно. Безопасность. Здесь все время должно находиться разум. Присутствие инфериев может беспокоить мой дом. А мой их присутствие будет беспокоить. Пока давай отложим. Кратос, Фрейя, с возвращением. Мимир. Леди Сив. Фрейя. Эта встреча много значит для нас. Первая из асов, пришедшая к нам с миром. Ты что, серьезно? Но много значит и то, что Ванны умеют прощать. Мы понимаем, Асгард — это не только Один и Энхири. Если они помогут нам, мы им только рады. Асы и Ванны живут вместе. Не думала, что это возможно. Немалую роль сыграло то, что у асов не было особого выбора. О, Мимир. Как же я счастливо жила целую сотню зим без твоей бесконечной болтовни. Что ж, простите, госпожа. Сотню зим терпеть трёп Мимира при дворе? Лучше бы меня изгнали. О, это точно. Был один случай. Какой? Любопытно.
Что же, кажется, тут все под контролем. Связи налажены, все отлично. Может, мы не будем им мешать? Давай еще раз. Где будем размещать поля и зернохранилища? Мы здесь таким не занимаемся. Этот мир дает нам все, что нужно. Но если суровая зима, если еда испортит. Хватаем. Эй, вы видите? Снова обломки Асгарда. Надо осмотреть. Ясно!
Это Биврёс! Найдёт Виверну! Альфа! Вообще обломков Асгарда. Это же был целый мир. Работенка как раз для нас.